Спасибо большое. Игры. Техника. И другое. Яндекс браузер сокращает название закладок. Что же делать? Написано Intel вместо интернет. Делаем окно шире. И теперь оно показывается полностью. А надо, чтобы показывалось полностью всегда. Ужимаем окно обратно, и вот оно показывается не полностью. А название папок показывается полностью. Версия Яндекс браузера 20.4. В версии 20.6 то же самое. Открываем диспетчер закаток, и теперь нужно убрать с панели закаток те закатки, которые мы видеть не хотим, и чтобы их вся ширина влезала в экран. И получается, что нужно оставить здесь немножко места. Также тут есть такой баг. Открываем окно не на весь экран. И теперь мы его выжимаем, и тогда у нас появляются стрелочки. И теперь, если открыть окно на весь экран, то стрелочки, к сожалению, остаются. И чтобы их убрать, нужно развернуть окно не на весь экран, а потом изменить размер так, чтобы отображались все закладки. А потом можно развернуть окно на весь экран, и тогда стрелочек не будет. Лайк, подписка и донат будет дело очень да. Ширина.